А мы будем выглядывать, и вы будете над нами смеяться. Мы каждый раз будем разные. Все лучше и лучше. А, дорогие друзья, перетаскивание мебели Нобелевскими лауреатами. Дело в том, что я не был Грушевским лауреатом. Меня пригласили на Грушевский фестиваль сразу же в жюри. Поэтому я просто там не был никогда. И организаторы Грушевского, ошибаясь, думали, что я лауреат. А потом подошел Кельман, от которого очень много на Грушевском зависит, и говорит: «Ты же у нас раз 12 был». Я никогда. А мои песни, да, в чужом исполнении. А одна из песен «Паровоз» даже в 5 авторских исполнениях была. То есть каждый выходил, говорит: «Я сочинил эту песню», все ржали. На самом деле я. Ну, вот Сергей Матвеенко со своим стулом закончил выступление. А на сцену приглашается один из организаторов нашего фестиваля, Сергей Авдеев. Автор. Я очень рад, что фестиваль у нас практически состоялся, что, несмотря на немалкие трудности, в общем, настроение у всех отличное. Вот. Хотелось бы такого отличного настроения пожелать моему другу, большому другу, донецкому поэту, Владимиру Скопцову. Редко и мало чем я могу ему помочь, но спеть песню на его стихи. Николай Васильевич Гоголь. Прожить за пазухой Бога в стране, который молчит черт, мог Николай Васильевич Гоголь и вряд кто-нибудь еще. Долго суждено по краю идти на свет, как на ось, так воздух пьют, как я читаю то, что спалить не удалось, как воздух пьют, как я читаю то, что спалить не удалось, чтоб не обжечь ладонь о книжку, проворен, как слуга Семен. Откроет чертову задвижку тот, кому тысяча имен. Горят эпохи поколения, атлантовый кариатит. Горит бумага на поленьях, но только слово не горит. Горит бумага на поленьях, но только слово не горит. Горит адмиралтейство шпиль. Нельзя от Пушкина отречься, нельзя отчизну сдать в утиль. Надежда шутит шутки злые, и в Назарете под дождем мы как на станции в России, переглотных в Россию ждем. Мы как на станции в России, переглотных в Россию ждем. Под бездной звездной колесница все птиц тройки нипочем. И то, что спалено в землицу, я в полнолуние прочел. Прожить за пазухой у Бога в стране, которой молчит черт, мог Николай Васильевич Гоголь, и вряд ли кто-нибудь еще. Сергей, и я сразу же приглашаю на сцену моего